Привет, друзья! Вы на канале Терри Олдман, и сегодня по многочисленным просьбам моих, в основном, воображаемых друзей, мы посмотрим гитарный плагин от компании Neural DSP из серии Archetype, который называется Archetype 0. Что ж, не будем тянуть кота за хвост, сразу переходим к прослушиванию того, как он звучит в миксе. Поехали! Для начала, кто же такой этот Адам Гетгуд по кличке Нолли? Это британский мультиинструменталист, басист, гитарист. Ну, в первую очередь, он многим известен как бывший уже участник группы Периферия. Там он играл на басу. Но вообще, это очень разносторонний чувак. Он многое умеет. Он записывает сам очень много своей музыки. И, например, он же работал над барабанным сэмплером Get Good Drums. И сейчас вот он вместе с Neural DSP, они разработали гитарный плагин Archetype 0, в котором есть 4 усилителя, 4 кабинета импульса, которым также делал сам 0. Ну и много чего еще. Сегодня мы постараемся все посмотреть. В общем, крутой чувак этот 0. Вот. И все, что он делает, у него получается просто на отлично. В том числе и данный плагин. Чем он хорош? Ну, во-первых, он универсальный. Собственно говоря, в нем есть 4 усилителя. Как бы клин, кранч такой, ритм, что называется. Ну, как он это называет. И лид. Все просто, но настолько клево смоделированы эти усилки, что, в принципе, опять-таки, как и в случае с Fortin, о котором мы говорили в прошлый раз, его сложно даже испортить. То есть, в принципе, со всеми ручками на 12 звучит он просто потрясающе. Любой из усилителей. Ну, может быть, кранч — это такая вещь, которую нужно повертеть. Хотя и из него можно вытянуть, в принципе, хай-гейн. Почему? Потому что здесь помимо усилителей есть твой как бы педалборд, в котором есть 2 овердрайва. Но один как бы это... Ну, типа бустера, типа скримера, да, и второй — это полноценный овердрайв с дополнительной ручкой высоких частот. Вот, здесь есть постэффекты, здесь есть ревер, здесь есть дилей. Здесь есть дилей, и, как бы, который можно поставить перед усилителем. Ну, некоторые любят так создавать цепочку. В общем, в целом, ну и, конечно, я не буду даже говорить про дизайн. Все сделано на высшем уровне. Все удобно, интуитивно понятно. Даже если вы никогда ничего в жизни такого не крутили, ни живых приборов железных, ни виртуальных, я думаю, что никакого труда в том, чтобы с этим разобраться, у вас не составит. Ну, сегодня мы быстренько пробежимся по основным фичам, что здесь есть, как этим пользоваться. Ну и послушаем, как это звучит. Я надеюсь, что вы решите для себя, нужна ли вам такая покупка. В принципе, я бы его позиционировал как прибор, который можно... Вернее, не как прибор, а как виртуальный прибор, которым можно заменить, в принципе, железный, скажем, процессор. Да? То есть... Он удобен, но единственное, что, ну, может быть, здесь не хватает некоторых эффектов модуляции, которые бы вам могут понадобиться в повседневной работе. Ну, скажем, здесь нет хоруса или тут нет фленджера. Ну, вот таких вещей, там нет какого-нибудь вибратора. Вот.
Но, тем не менее, все остальное здесь, в принципе, есть все, что нужно музыканту для того, чтобы просто поиграть хорошую музыку. И записать ее, что самое главное. Он, в принципе, рекорд-рэди, что называется. То есть здесь все очень клево. Короче говоря, поехали, давайте посмотрим. Перед нами интерфейс программы. Все предельно просто. Значит, сверху вы выбираете... сверху можно выбрать, какой блок вы хотите редактировать. В данном случае это наш педалборд, где есть у нас компрессор, два овердрайва и дилей. Значит, в этой вкладке вы выбираете ваш усилитель, который вы сейчас будете использовать. Значит, вот первый — это клин, который мы послушали в начале. Замечательный звук. Так, дальше у нас кранч. Давайте здесь выберем дефолтный пресет. Все ручки на 12. И так он звучит. Типичный легенький кранчик. Далее. Ритм. Что называется, основной, как бы, для меня, в принципе, человека, который любит хороший такой тяжеляк, в общем-то, это был бы, ну, вернее, это и есть сейчас основная, как бы, рабочая лошадка. Опять-таки напомню, все ручки на 12, мы пока ничего не крутим, ничего не вертим. И, собственно говоря, лид, то бишь, усилитель для хай-гейна. Но я хочу сказать, что по умолчанию он не особо хай-гейновый. То есть... достаточно низкий гейн, который можно, в принципе, прибрать. Кстати говоря, о динамике. Он замечательно очищается. Ну, как видите, звук, в принципе, чуть-чуть ручкой можно почти до чистого очистить. Так, теперь давайте быстренько пробежимся по тому, как все это работает. Собственно говоря, возьмем наш, как бы, ритм усилочек и попробуем по бырику сделать что-то более сочное. Итак, собственно говоря, ползем в педалборд, сразу сходу врубаем, как бы, наш скример. В котором мы прибираем драйв, добавляем уровень, ну, стандартные фичи. Выключаем. Слушаем разницу. Ну, просто добавляется собранность, такая легкая компрессия появляется. Ну, если мы хотим что-то по-настоящему жирненькое, нужно, конечно, покрутить сам усилочек. Итак, добавим чуть-чуть гейну, добавим низов, приберем серединку. Кстати, вот по поводу ручки мастер, сейчас мы отдельно поговорим, она интересно очень работает.
и добавляем Presence, я люблю. Люблю много Presence, не знаю. Песочек. Но это не песочек, но не знаю. Мне кажется, сразу звучит все как-то более читаемо. Можно даже еще немножечко низких добавить. Кстати, по поводу низких. Это тоже важный момент. Не стоит бояться крутить низкие. В принципе, на усилителе низы это не то, что ты их бустишь. Просто ты, собственно говоря, убираешь фильтр низких частот, который по умолчанию, в принципе, применен. Поэтому низы можно вот хотя бы даже хоть на полную сейчас сделать, и вы не услышите какого-то ужасного бумканья. Ну, звук приобрел только... На мой взгляд, звук приобретает как бы такую серьезность. Ну, можно совсем завалить середину, как любят некоторые, чтобы можно было сыграть вот так. Но мы этого делать не будем. В принципе, я люблю звук более серединистый. Он звучит, на мой взгляд, гораздо более весело. Хуй знает, что я такое сыграл. Ну, на мой взгляд, звук очень приятный, сочный. Можно чуть-чуть крутануть гейтом. Ну, на мой вкус, прямо то, что нужно. Ну, тут, говорится, на вкус и цвет товарищей, конечно, нету, но по мне так это звучит уже практически идеально. Но это, конечно же, еще не все. Так, значит, по поводу ручки мастер. Следите, как говорится, за руками. Если мы ее выкручиваем на полную, она как бы сатурирует звук максимально. То есть сравните. В принципе, можно прибрать мастер, сделать звук более таким придавленным, что ли, но при этом можно добавить уровень и получим такой, ну, совсем такой сухой. Такой прям железный звук, но в нем меньше серединки, которую я, собственно говоря, люблю. Поэтому я предпочитаю где-то вот на ближе, чуть больше 6 ставить мастер и на уровень оставляем на 12. По-моему, просто замечательно. Но не будем дольше тут задерживаться. Быстренько сейчас покажу, что здесь еще есть. Собственно говоря, важная вещь — эквалайзер. Можно легко и быстро продавить гнусавость, ну,
Раньше одно время я был на ней помешан. Сейчас, в принципе, я готов с ней смириться. Но, тем не менее, если в районе... В районе 500 чуть-чуть придавить, то звук будет более... Ну, для многих более приятный. Вот такая прям металлика 90-х. Так плачет девушка в автомате. Поэтому чуть-чуть придавливаем. Ну, для фирмовости. Ну, короче, эквалайзер, с ним все понятно. Эквалайзер. Здесь, помимо всего прочего, то, что мы уже посмотрели, есть еще важная вещь. Это, естественно, выбор кабинетов. Значит, чтобы это сделать, нам нужно снять вот этот вот линк, который как бы соединяет по умолчанию созданные, ну, вот, усилители. Как бы усилитель с кабинетом, как бы, пары. Соответственно, чтобы это сделать, мы снимаем вот эту штучку и... Теперь мы можем выбирать кабинеты к нашим усилкам. Итак, ну, ради прикола, можем сейчас послушать, как звучит усилитель, который здесь обозначен как, ну, вот этот вот хайгейновый ритм с кабинетом для чистого звука. Я бы не сказал, что это плохо. Это наш кранчевый кабинетик. Тоже, кстати, весьма неплохо. Ну, это вот, это дефолтный к хоккейному усилку. Ну и, собственно говоря, для лида. Я предпочитаю все-таки вот этот вот звук, он как-то мне больше напоминает какие-то гринбеки, которые я очень люблю. Ну и, естественно, здесь можно поиграться, во-первых, с микрофонами. Во-вторых, собственно говоря, с их позицией, ну вот 57-й можно, скажем, чуть-чуть сторонку подвинуть и оттянуть его. Оттянуть его подальше. Ну, в общем, сами понимаете, как это работает, я надеюсь. Ну, короче говоря, здесь можно и второй микрофон подключить. Возможности, в принципе, безграничны. К чему я клоню? Имея вот этот плагин, в принципе, у вас получается, ну, универсальная, максимально универсальная вещь, с помощью которой можно, в принципе, писать любую музыку. Вот, кстати, в чем можно убедиться, просто даже пощелкав пресеты, которые идут вместе с плагином. Собственно говоря, пресеты, которые сделал сам Ноли, их довольно много. Ну вот, например, Metal Rhythm. Или что-нибудь легонькое, скажем, British Rock Room, ну, то есть, типа, с таким характерным звуком комнаты, британский. Mm-hmm.
Ну, классика же. Что у нас тут еще есть интересного? Я их все, конечно, еще не смотрел, потому что больше кручу свое. Ну вот этим звуком, кстати, Ноли хвастался, с помощью него он записывал рекламный ролик для этого плагина. Ну, неплохо, неплохо. Все очень вкусно и, главное, очень-очень натурально. На мой взгляд, звучит он, ну, неотличимо практически от живого какого-нибудь прибора, а то и во многом гораздо лучше. Ну, вот и все, друзья. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось, то, конечно же, ставьте лайки, нажимайте колокольчики. Если не понравилось, отписка, дизлайк, без проблем. Я все пойму. Целую, всех люблю. Пока.